Jai Radha Madhava Kunjabihari. Jai Radha Madhava Kunjabihari. Gopijana Vallabha Girivara Dhari. Gopijana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunjabihari. Jai Radha Madhava Kunjabihari. Gopijana Vallabha Girivara Dhari. Gopijana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunjabihari. Jai Radha Madhava Kunjabihari. Gopijana Vallabha Girivara Dhari. Gopijana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunjabihari. Jai Radha Madhava Kunjabihari.
Pijana Vala Bhagiri Varadhari. Gopi Jana Vala Bhagiri Varadhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Patita Pavana Swami Jagannath, Patita Pavana Swami Jagannath. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада ки, Гранда Радж Шримад Бхагаватам ки, Нитай Гаура Премананде, Хари. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Нараянам намаскритя наром чайва наротамам девим сарасвати вьясам тато джая мудирае нашта праешва бадришу нитям Бхагавата севая Бхагаватюттама шлоке бхактир бхавати найштики. Хари Кришна, дорогие преданные. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам. Песня 4, глава 12, которая называется «Друва Махараджа возвращается к Богу». Сегодня мы почитаем текст 15. Маньямана Идам Вишвам Майя Рачитам, Рачитам Атмани, Атмани Авидья, Авидья
Рачита, Свапна, Гандхарва, Нагоропамам, Маньятмана идам вишвам, Майя рачитам атмани, Авидья рачита свапна, Гандхарва нагоропамам, Маньямана идам вишвам, Майя рачитам атмани, Авидья рачита свапна, Гандхарва нагоропамам, Маньямана идам вишвам, Майя рачитам атмани, Авидья рачита свапна, Гандхарва нагоропамам. Пожалуйста. Маньямана идам вишвам. Маньямана идам вишвам. Майя рачитам атмани. Майя рачитам атмани. Авидья рачита свапна. Гандхарва нагоропамам. Гандхарва нагоропамам. Маньямана идам вишвам. Маньямана идам вишвам. Майя рачитам атмани, Авидья рачита свапна, Гандхарва нагоропамам, Майя инам идам вишвам, Майя рачитам атмани, Авидья рачита свапна, Гандхарва нагоропамам. Матаджи. Маньямана идам вишвам, Майя рачитам атмани, Авидья рачита свапна, Гандхарва нагоропамам. Маньямана идам вишвам, Майя рачитам атмани, Авидья рачита свапна, Гандхарва нагоропамам. Значение слов. Маньяманах, постигая, идам, эту, вишвам, вселенную, майя, внешней энергии, рачитам, сотворенный, Атмани, живое существо, Авидья, иллюзии, Рачита, сотворенный, Свапна, сон, Гандхарва нагара, мираж, Упамам, подобный. Литературный перевод и комментарий его божественной милости Абхая Чернаравинда Бхактивиданты. С вами Прабхупада. Шрила Прабхупада ки джай. Шрила Друва Махараджа осознавал, что космическое проявление подобно сну или миражу, сбивающему с толку живые существа, ибо оно сотворено иллюзорной внешней энергией Верховного Господа. Комментарий. Иногда перед человеком, идущим по глухому лесу, предстает видение прекрасного города с огромными дворцами. Такие видения на санскрите называются Гандхарва Нагара. Аналогично этому, во сне наше воображение создает множество иллюзорных образов. Осознавшая себя душа, то есть преданный Господа, прекрасно понимает, что материальное космическое проявление иллюзорно и временно, хотя и кажется реальным. Оно подобно миражу, однако этот мираж является отражением реальности духовного мира. Преданного интересует духовный мир, а не его отражение. Преданный познал высшую истину, поэтому его не интересует временное и зыбкое отражение истины. Это подтверждается в Бхагавадгите. Парам дриштвани вартанте. Конец комментария. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурумилитандина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ена бутале
Своям рупа кадам агьям дадати свападантикам. Вандехам шри гуро шиюта падакамалам. Шри гурум вайшнавамшча шри рупам саграджатам. Сахагана рагунатам витамтам садживам. Садвайтам савадхутам париджана сахитам Кришна чайтанья девам. Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишака Витамшча. Хе Кришна Каруна Синду Динабанду Джагатпате. Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте. Тапта Канчана Гауранге Раде Вриндаванишвари. Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие. Ванча калпа тарубьяшча, крипа синдубья евача, патита нам паване бьо, вайшнаве бьо, намо намаха. Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шива Садигора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Еще раз прочитаем текст. Мая мана идам вишвам, мая рочитам атмани, авидья рачита свапна, гандхарва нагаро памам. Шрила Друва Махараджа осознавал, что космическое проявление подобно сну или миражу, сбивающему с толку живые существа, ибо оно сотворено иллюзорной внешней энергией Верховного Господа. Мы сейчас читаем эту главу, да, описывающую, как Друва Махарадж возвращается к Богу. Да, этот нелегкий путь, который полон препятствий, полон трудностей, да, с которыми приходится преодолевать, да, живому существу. И здесь Шрила Прабхупада, он говорит, что Друва Махарадж, он был осознавшейся душой, да, и он понимал, что космическое проявление, оно подобно нашему сну, да, то есть оно иллюзорно, да, и тут он говорит, что это мираж. И это космическое проявление, оно сбивает с толку живые существа, да, потому что они воспринимают это проявление как реальность, да, то есть они, обычное живое существо, оно не может определить, да, не может это распознать. Да, конечно. То есть живое существо, которое не обладает знанием, оно не может распознать, отличить реальность, да, от иллюзии. И здесь Шрила Прабхупада, он подчеркивает это, что Друва Махарадж, он это понимал. То есть это необычная душа, да, которая, ну, осознала себя, да, то есть он понимает свое отличие от тела. И в начале комментария Шрила Прабхупада, он говорит о том, что когда человек идет по глухому лесу, у него может быть такая иллюзия, что он видит прекрасный город с прекрасными дворцами. Это, допустим, когда мы... Часто бывает такое, да, что когда мы там едем, допустим, летом на машине, да, и мы видим перед собой дорогу, и нам кажется, что там очень много луж, да. Но на самом деле там луж нет, это просто иллюзия, да, просто так вот преломляется свет, и нам кажется, что там какая-то вода, да, или то же самое, что мираж там в пустыне, да, но откуда в пустыне вода, да, но нам это кажется. И очень часто мы воспринимаем эту вот иллюзию, да, и верим в нее, да, но потом, когда мы уже сделаем какой-то шаг, какой-то выбор, и мы понимаем, что на самом деле опять нас обманули, опять нас, наш ум, да, ввел нас в невежество, и мы либо потеряли время, да, либо совершили какую-то ошибку. Поэтому в духовной жизни очень важно, чтобы мы, обладая знанием, мы могли понять, что является вечным, да, то, что благоприятно, да, для духовной жизни, и то, что неблагоприятно, то, что иллюзорно, и то, что будет вредить нашей духовной жизни. И также Шрила Прабхупада говорит, что наше воображение, оно создает множество образов иллюзорных. То есть, когда мы заняты какой-то деятельностью, даже когда мы спим, да,
все равно наше вот сознание, оно работает, и мы видим сны, да, которые ничего не, никак вообще с реальностью не связаны. И даже днем, когда мы бодрствуем, тоже мы можем строить в своем сознании, да, в своем воображении там разные ситуации, да, думать о том, что я вот такой или там такая, да, и что на самом деле просто это трата времени, да, когда мы производим, скажем так, какие-то мысли, которые не связаны с Господом и с преданным служением. То есть на самом деле, когда вот мы так тратим время, это называется праджалпа, да, то есть мы проходим, вот это вот, проводим это время зря. И очень часто так происходит, что у нас проходит время, проходит день, да, а мы просто были в своем уме, мы там копались, строили песочные замки, наслаждались, да, и потом, когда очнулись, да, и мы видим, что день прошел, да, и реально, какое служение мы сделали, вот это вот нужно задуматься об этом. Вот недавно в лекциях приводил тот пример, да, по поводу, а, вчера Чутапрабху говорил о том, что когда художник пишет какую-то картину, да, то, что он с утра садится, да, за кисть, и вечером его уже отдергивают, что, дорогой, ну уже все, уже пора спать ложиться. А он забыл про еду, да, про все забыл. Просто он погрузился, и он приводил этот пример для того, чтобы мы могли, у нас было понимание, да, вот того, что вот это вот время, которое нам отведено, то есть у каждого на самом деле есть определенное время, которое он будет жить, да, и на самом деле мы, если кто-то захочет, можно съездить в Дхаму, и там есть астрологи, как их зовут, которые, у которых есть книга, в котором... Бригумуни, да. Если вы захотите, то на каждого из вас есть досье, да, когда вы родились, да, когда вы умрете, то есть, пожалуйста, приезжайте. Но это он находится очень далеко в таких труднодоступном районе Индии, что туда нужно ехать где-то около 14 часов на машине. И то есть, даже если вы захотите, да, нужно приложить огромное количество усилий для того, чтобы узнать, что конкретно вы, да, вот какой конкретно у вас план Господа на вас. И вот многие преданные туда ездят, но мало почему-то рассказывают об этом. Вот. Видимо, они хотят делиться. Да. Что? Многие ездят, но многие возвращаются. Нет, ну все вроде возвращаются, но просто потом, когда спрашиваешь, они как-то так, ну, не особо хотят об этом говорить, да, о том, что они узнали там. Вот. Но это просто наше воображение и наше любопытство, да, на самом деле преданным, которые серьезно занимаются преданным служением, им не важно, когда там они вот, оставят свое тело. Для них единственная важность, единственная ценность — это служение, да, и это следование наставлениям духовного учителя. И для них это реальная ценность. И они стремятся больше проповедовать и больше общаться с духовным учителем. Потому что это на самом деле самое, самое главное, потому что наши духовные учителя, нам очень непросто быть вместе вместе вот с ними, да, потому что у них очень много служения, они все время находятся в проповеднической деятельности. Вот, и поэтому великая удача, когда преданный может общаться с духовным учителем. И мы видим, что на деле получается, что духовный учитель приезжает раз в год, да, или там два раза в год, его окружают тысячи учеников, и непросто, да, добиться вот какого-то личного общения с ним для того, чтобы он дал наставления, касающиеся нашей духовной жизни. Но, в принципе, мы не расстраиваемся, когда у нас не получается пообщаться с духовным учителем, потому что есть представители духовного учителя, которые помогают нам в духовной жизни, которые наставляют нас, которые являются истинными представителями его. И на самом деле очень важно понимать, да, то, что наставления духовного учителя, они проявляются через тех преданных, которые нас окружают вот в повседневной, ежедневной жизни. И если это понимание есть, то у преданного не возникает
каких-то проблем, каких-то вопросов, особенно у брахмачари, да, когда у них простая жизнь, да, ничего лишнего, да, и они как бы стремятся к духовному продвижению. Ну, конечно, все стремятся, но просто имеется в виду то, что когда преданный живет в ашраме, да, у него проще с этим, да, потому что ему не нужно работать, не нужно как бы заботиться там о каких-то посторонних вещах. Вот, и я, конечно, вот поражаюсь преданным, которые работают, да, которые содержат семьи, да, служат там как бы окружающим, да, и при этом они еще умудряются жить духовной жизнью. А иногда умудряются жить духовной жизнью даже больше, чем брахмачари. Кстати, вот есть такие, очень много таких людей, да, таких преданных, которые, находясь в грехасхашами, они делают служение больше, чем брахмачари. Вот, и это, на самом деле, это просто такие великие души, которым реально вот следует, да, вот, уважать их, ценить их служение. И насколько вот мы будем сотрудничать, да, друг с другом, настолько Шилпрапада будет удовлетворен этим. И обращаясь вот к тексту, да, Шилпрапада пишет, что осознавшая себя душа, то есть преданный Господа, прекрасно понимает, что материальное космическое проявление иллюзорно и временно, хотя и кажется реальным. То есть реальность для нас, да, это вот это преданное служение, святое имя, да, но не вот эти вот материальный мир, который сегодня он такой, завтра он такой. То есть если мы будем обращать внимание, да, вот на изменение вот этого материального мира, то мы не будем счастливы, потому что мы можем заметить, что сегодня, допустим, закон материальный такой, да, а через 2 года он совершенно другой, наоборот. Представляете? Вот, то есть все это временно, и если мы будем серьезно, да, вот к этому относиться, то будут большие проблемы, потому что когда-то все меняется, все очень нестабильно, то возникают у преданного беспокойства. А преданного интересует духовный мир, а не его отражение. И поэтому Шилпрапада пишет, что преданный, он познал высшую истину, поэтому его не интересует временное и зыбкое отражение истины. И это подтверждается в Бхагавад-гите. Такой вот короткий комментарий Шилпрапада дал. И как вот нам отличать, да, вот эту внешнюю энергию Господа, да, то есть влияние этой внешней энергии? Есть какие-то вот критерии? Ну да, как мы можем ее, ну, выявить, да, скажем так, что вот это вот внешняя энергия, это внутренняя. Какие вот критерии отличия? Да. Да. Да, и преданные как раз вот именно сконцентрированы на этом. Но также преданный, он не отрицает, да, существование вот этой вот внешней энергии Господа. И он, что он с ней делает, с внешней энергией? Одухотворяет. Одухотворяет. То есть он занимает ее в преданном служении. Да, и поэтому есть три, да, категории преданных, да, уттама адхикари, мадьяма адхикари, канишки адхикари. И очень важно, да, чтобы когда мы общаемся с преданными, мы должны различать их уровень, да, на котором они находятся. То есть есть старшие преданные, да, есть равные преданные, есть младшие преданные. И со всеми с ними у нас есть разные отношения. Да, то есть мы не можем относиться, там, допустим, к старшему, да, к преданному, а с позиции, как будто он младший, да, или там с равными, да, как с младшими или со старшими. То есть это одно из отличий, да, вот продвинутого преданного, то, что он может различать, да, с кем он общается. Да, то есть, как мы общаемся с младшими. Заботимся, помогаем, да. Со старшими. Оказываем почтение. Служим. Служим.
а с равными дружим. А кто такие равные? Да. Ну, те, кто с вами одно дело делает, вместе под одним руководством. Да. Что еще? Да. А еще? Как вот самое простое определение равных? Ну, кто хочет с вами дружить. Да. Что еще? Да. Ну, равные, на самом деле, это те, кто и не младше нас, и не старше нас. Это равные, да? Ну, не по возрасту, нет, и по духовному уровню. Да, то есть это те, кто не равные, да, с теми, с кем мы дружим, и кто по отношению к нам, он и не младше, и не старше, да? То есть это один уровень. Вот. И поэтому вот преданные, они... Ну, чтобы не совершать каких-то оскорблений, да, чтобы быть в рамках вайшнавского этикета, они обязательно различают это. И мы можем это судить по нашим старшим, да, вайшнавам, которые все время показывают это. И они даже на самом деле, когда общаются, да, вот заметили старшие преданные, они все время занимают такую смиренную позицию, да, и они считают все время себя младшими. Да. Допустим, наши духовные учителя, вот у них такое смирение, что они все время находятся в настроении, как я могу служить. Да, то есть, и на самом деле вот это вот беспроигрышное настроение, да, вот такого чистого преданного служения, потому что с этой платформы невозможно никак человека сбить, представляете? Если, допустим, ты думаешь, что ты находишься на каком-то возвышенном положении, то материальная энергия, она очень быстро покажет, на самом деле, кто ты такой. А если ты занимаешь такое смиренное положение слуги, то как бы тебя никуда не сбивало, ты все равно слуга, да, ты все равно служишь, тебе уже куда вот еще, куда ниже-то еще, да. Некуда, да, и поэтому настроение вот служения и понимание, что я на самом деле слуга, это самое ценное и на самом деле это самое возвышенное положение, да, то есть опять же такой вот немножко непонятно, да, то, что да, там, да ты кого слугой назвал, да, то есть для материального понимания, да, это непонятно, да, почему вот именно слуга, почему слуга это настолько вот возвышенное положение. И каждый, кто реально хочет быть в сознании Кришны, кто хочет, да, проповедовать, кто хочет удовлетворить своего духовного учителя, он должен вот постепенно развивать в себе вот это вот понимание, да, то, что я слуга. И мы можем все время смотреть, да, вот на свое сознание, да, на то, как мы вот развили в себе вот это понимание того, что я слуга. То есть с каждым днем, да, с каждым нашим каким осознанием, с нашими реализациями мы реально можем все глубже и глубже вот это проникать вот это вот сознание, что на самом деле я слуга. Но нам это трудно дается, потому что мы долгое время жили вот в материальном сознании, да, где было главные критерии — это я и мое. Вот, и поэтому очень тяжело, да, вот нам сразу перейти вот с понимания я и мое на понимание того, что это не я и это не мое. Знаете, это диаметрально противоположное. И поэтому мы читаем Шримад-Бхагаватам, да, поэтому мы занимаемся служением, и мы часто видим, что мы делаем одно и то же. И мы можем, как бы, с одной стороны, подумать, зачем вот я вот одно и то же слушаю, да, каждый день, зачем я одно и то же пою, и зачем это все нужно. На самом деле это просто из-за того, что мы находимся в Кали-Югу, и у нас очень слабая память, и наш ум, он нестабилен. Поэтому нам нужно каждый день напоминать, да, что я слуга, да.
Поэтому мы встаем с утра, да, и произносим пранаму мантру своему духовному учителю для того, чтобы просто не забыть, что просто мы слуги, да, своего духовного учителя. Да, если, допустим, раз не произнес пранаму мантру своему духовному учителю, потом ты уже можешь день ходить и думать, что я не слуга. Представляете? Для этого у нас существует гуру пуджа, то есть каждый день мы поем, да, мантры Шрилы Прабхупады, да, для того, чтобы опять же вот эту вот иллюзию, да, нашу разогнать и вспомнить, да, что на самом деле мы являемся слугами, да, Шрилы Прабхупады и его учеников, да, которые милостиво нас направляют в преданном служении. И очень часто мы видим, что Шрила Прабхупада, он проявляется, да, в нашей жизни, да, через преданных, через духовных учителей. И видим, что он принимает участие в нашей жизни. И, допустим, сейчас у нас сейчас с храмом, да, вот такая непростая ситуация у нас по поводу переезда, по поводу вот аренды и всего остального. И сейчас даже божества, они вот заметили, да, на Мангларати, да, вот на утренней программе, все время что-то у них падает, да. То есть каждый день что-то там у них, либо какой-то поднос, либо какое-то там молоко там на весь алтарь разольется, либо там все параферналии упадут. То есть божества, они как бы тоже переживают, как все там происходит, да. И то есть они сейчас тоже вот в таком состоянии, в таком вдумающем, да, что как бы что будет дальше. И на самом деле, конечно, не беспокоятся, но потому что, да, делают вид, что они беспокоятся. Да, да, да. Сейчас вот, пожалуйста, дорогие преданные, хоть просить хасателей, чтобы помолились. Сегодня у нас будет одна из таких очень важных встреч, которая вообще будет решать как бы судьбу храма, да, вот нашего. Сегодня мы поедем встречаться с людьми, которые потом здесь будут одними, ну, из хозяев этой территории. Вот, и как раз от этой сегодняшней встречи будет как бы, мы хотя бы узнаем, да, что будет, какая судьба, да, у храма. То есть мы уже узнаем, когда мы будем переезжать, да, и на самом деле Кришна устраивает все таким образом, что да, и будем ли вообще переезжать, ну, то есть как бы ничего не понятно. Кришна устраивает все таким образом, чтобы мы могли, ну, как бы оценить, да, что мы имеем. Допустим, когда все хорошо, да, и мы просто засыпаем, да, и вот эта иллюзорная энергия, она просто нас стягивает, да, вот это как раз одна из задач, да, ее, просто нас стягивать, да, обволакивает и стягивает нас. И когда приходят какие-то испытания, трудности, то просто мы начинаем понимать, да, что Кришна, он заботится о нас, даже вот посылая трудности, посылая испытания, он нам позволяет не обусловиться, да, вот тем, что у нас есть. И, допустим, когда мы куда-то уезжаем, там, на выездную или какое-то служение далекое, да, то мы сразу понимаем, где мы находимся, да, то есть, что на самом деле, когда вот мы, допустим, находимся в храме, да, и все хорошо, потом мы выезжаем, да, на ту же Санкиртану, да, распространяем книги, сначала нам тяжело, но потом мы понимаем, что Кришна, он заботится таким образом, и когда мы возвращаемся, у нас еще намного-много больше реализаций от этой проповеди. Шри Шри Джаганнат Баладев Субхадра Майя Ки. Шрила Прабхупада Ки. Вот, и Друг Махарадж — это вот такой пример, да, такой вот чистоты, это вот сознание, точнее даже перемена этого сознания, да, то есть пока он не осознал, да, себя, да, он думал по-другому. И то же самое, что в нашей жизни то же самое происходит. Пока мы что-то не потеряем, мы не ценим это. И нам Кришна вот милостиво устраивает всякие испытания для того, чтобы мы начали ценить. И очень важно, что
мы должны все больше и больше привязываться к преданным, привязываться к преданному служению, и по этому критерию мы можем судить, развиваемся мы или не развиваемся. И это такой вот самоанализ, да, то есть сначала нам не нравится, допустим, там, или, ну, как бы мы не чувствуем вкуса, да, вот в общении с преданными, да, в служении божествам, да, но потом постепенно это все приходит, потому что мы прилагаем усилия, и милость, она проливается. И поэтому очень важно это продолжать. Да, Шрила Прабхупада, он все время говорил, что просто продолжайте, да, несмотря ни на что, просто продолжайте. Будет приходить множество трудностей, множество беспокойств, но как раз наша задача, вот это, эти трудности, эти беспокойства, просто на них не обращать внимания, да, делать определенные выводы и просто продолжать. И тогда мы сможем удовлетворить Шрилу Прабхупаду и всю Гуру Парампуру. И это одно из таких самых важных, да, вот, в нашей практике, да. Просто мы продолжаем, несмотря ни на что. Потому что задача, да, в иллюзорной энергии нас вернуть обратно в материальный мир. Да, а задача Гуру Парампары — нас вернуть обратно в духовный мир. Да. И поэтому тут вопрос в том, чья энергия она будет больше. Да, и куда поведет нас наше сознание, да, то есть к возвышенному, да, пониманию, либо к такому низкому сознанию. Вот, но мы уже были тысячи, миллионы раз, да, вот были в животных формах жизни, да, и если у нас есть разум, да, то мы можем не поддаваться на эту иллюзию, да, и стараться делать выбор в сторону именно духовной жизни, да, не в сторону материальной жизни. Это очень тяжело, но по милости преданных, да, мы можем этот выбор делать осознанно. То есть это одно из самых важных качеств преданного — это осознанность. И Шрила Прабхупада, он очень любил, да, когда преданные делают именно осознанное, чистое преданное служение. Это вот одно из самых главных критериев преданного, который развивается в духовной жизни, у которого есть цель, да, вернуться в духовный мир. Потому что мы можем делать много очень механистически, но если у нас сознание не то, да, то это останется все-таки на уровне тела, на уровне такой механики. Вот. Но мы можем делать немного, но осознанно, и тогда Шрила Прабхупада, да, он будет больше удовлетворен, чем мы делаем как-то на уровне ума. Вот, и поэтому это наш выбор, да, что мы можем сделать. И чем больше мы сделаем, да, вот осознанного преданного служения, которое нравится Шриле Прабхупаде, тем быстрее мы сможем вернуться в духовный мир, но и тем больше будет у нас препятствий. Да, то есть Майя, она не спит, и поэтому, когда мы совершаем, да, вот именно преданное служение чистое, да, она ей посылает такие очень оригинальные испытания для того, чтобы нас проверить. Это очень часто, допустим, бывает даже вот у нас, допустим, там, в моем служении, да, бывает такое, что, да, попросит, ты старше, да, какое-то служение сделать, и ты там его сотни раз уже делал, как бы без проблем. А вот этот раз, когда нужно это сделать срочно и быстро, начинаются 1008 проблем, и Кришна, он смотрит, да, на реакцию и посылает все больше и больше препятствий, да, чтобы проверить, насколько ты вообще, можешь ли ты это сделать. Хотя так вот с материальной точки зрения там проблема, ну, просто ничего не стоит. Но Кришна, он все время проверяет и посылает препятствия для того, чтобы, ну, как бы, знаете, есть такой тест на кислоту, да? Да, то есть, допустим, чтобы проверить, золото это или не золото, да, берут кислоту и капают на него и смотрят, да, насколько золото, сколько в нем примесей, сколько в нем золота настоящего. И вот тоже вот иллюзорная энергия, она тоже смотрит на нас, насколько мы преданы, насколько у нас есть вера в духовного учителя, есть вера в наставление, да, вера в шастры, в наставление духовного учителя. И поэтому самое важное — это быть всегда под руководством, да, это касается любого преданного,
это касается и брахмачарии, и грехас, и новопрасы, и саньяси, да. То есть все, они, все преданные, они находятся под руководством. И это самое главное в духовном пути, потому что если мы находимся под руководством, то мы принимаем авторитет, и мы подключаемся к гуру парампаре. А если мы подключаемся к гуру парампаре, то милость, она тоже приходит к нам. А если мы действуем одни, без авторитетов, без руководства, то, соответственно, мы просто находимся на своем, на платформе ума. А ум, да, это один из наших злейших врагов, который, задача которого – это просто наслаждаться. И он делает это так, что мы даже не замечаем, что мы наслаждаемся, да, а ум, он делает свое служение совершенным образом. И поэтому мы должны все больше и больше удовлетворить, да, вот, своим служением Кришну и Гуру Парампару. И тогда мы сможем реально вернуться в духовный мир, да. И это на самом деле происходит все по милости преданных, потому что если преданные нас благословляют, да, если мы делаем какое-то служение, да, и преданные довольны, то эти вот благословения, очень, благословения преданных, они очень важны для Кришны, потому что он становится доволен, он становится довольным и счастливым, потому что преданные, они сотрудничают, да, и вместе там, совершают служение. И все просто ощущают, что это духовный мир. Наверное, я закончу. Может, какие-то есть исправления, дополнения, вопросы? Я такой вопрос спросил как-то у Прабхупады Прабу, вот, и он ответил, что если мы делаем какое-то вот служение, допустим, телом, да, допустим, мы там моем полы, да, или там моем посуду, или что-то еще делаем, то обязательно должен быть занят ум. То есть ум, он должен слушать лекции, допустим, да, или там думать о Кришне, да, ну, это возвышенный такой уровень. Вот, то есть обязательно во время какой-либо деятельности ум, он должен быть занят служением, да, и это как раз залог успеха, да, то есть если мы занимаемся какой-то деятельностью и ум свободен, то он думает о том, как ему наслаждаться после этой деятельности, и он думает, когда же она закончится, эта деятельность, чтобы я уже мог там уже делать то, что я хочу. А так, когда мы занимаемся какой-то вот деятельностью, там, телом, да, и ум занят, тогда все счастливо, да, и тело счастливо, оно занято при этом служением, и ум счастлив, он тоже занимается при этом служением, у него самый главный процесс шраваном работает, да, и все очень благоприятно. Я ответил? Мечтаем, пробуй, скажите, пожалуйста, как быть вот в такой ситуации, когда, допустим, ты вначале понимал, что ты занимаешься преданным служением, да, и ты какой-то думал о какой-то деятельности, допустим, о какой-то, ну, каких-то вещах, которые связаны с желанием там наставника, с желанием преданных, но потом, так как очень много разных задач в этой деятельности, то потом ты забываешь вообще, как это связано с Кришной, и начинает казаться, что это какая-то просто майя. Вот, и как продолжать, и при том, ну, как бы всегда понимать, как сверять часы свои, чтобы, ну, не заниматься кармакандой, хотя вроде начиналось так хорошо. Вот, ну, тут как бывает. То есть, во-первых, нужно уметь оставлять приоритеты, то есть важность того, чем мы занимаемся. И это должно быть под руководством. То есть мы должны быть подотчетными, да. То есть у нас у каждого должен быть наставник, да, и если вы занимаетесь там 38 миллионов проектов сразу, да, то нужно выбрать хотя бы несколько тысяч проектов. Вот. И ставить задачи, да, на эти тысячи проектов, на каждый. И потом какие-то рубежи отмечать. Если мы будем так делать, то не будет этих проблем. То есть, когда мы стремимся сесть сразу на два стула, то мы ни на один не сядем, просто все рассмеются и скажут, что хотел быть великим, а на самом деле как бы он, ну, простой человек.
да, ну просто с большими очень амбициями. И поэтому разумные люди, они не берут сразу очень много, да, а они делают то служение, которое они реально могут потянуть. Вот. И так как они находятся под руководством старших, то старшим говорят, что вот это делай, это не делай. И все, конечно, судится по результату. Если результат он хороший, да, и старшие удовлетворены, значит, все нормально. Да, то есть вот это самый главный критерий, да, по которому можно судить. А если 38 тысяч проектов и ни один, как бы, ни, ну, результат не принес, ну, значит, просто нужно пытаться учиться расставлять приоритеты. Да, то есть самое главное, это у нас сконцентрированность на нашей деятельности, то есть осознанный подход, да, вот, к деятельности. Видели когда-нибудь, как кто-нибудь садится на два стула вместе, нет? Толстый человек. Ну, может быть, толстый сядет, да. Но простой человек, он не может сесть на два стула. А что такое вот осознанная деятельность? Что нужно осознавать? Осознанная? Да, что такое осознанность? Осознанность — это понимание, да, во-первых, самая основа — это понимание того, что я душа, да, что есть Кришна, и у нас есть отношения с ним. И осознанность — это то, что мы делаем нашу деятельность для удовлетворения Кришны, для удовлетворения духовного учителя, для удовлетворения старших, да, и мы делаем это для того, чтобы миссия Шрилы Прабхупады, она расширялась, да, то есть, что бы мы ни делали, это... Ну, в чистом преданном служении, это все относится к проповеди, да. Моем мы полы, да, там, проповедуем ли мы с книгами на улице, да, каким занимаемся другой деятельностью. В итоге это все относится к проповеди. И поэтому осознанное преданное служение — это то, которое нас приближает, да, вот к этому пониманию, что я делаю это не для себя, я делаю это для Кришны, да, и я все время понимаю, что этим своим поступками я пытаюсь доставить Кришне удовольствие, да, и пытаюсь послужить преданным и доставить преданным удовольствие. А если преданные будут довольны, то Кришна, он тоже будет доволен. Поэтому осознанность — это одно из таких самых важных качеств, которым обладает преданный. И он все больше и больше хочет, да, вот, прилагать усилия именно не в механическом служении, а именно в осознанном. Да, то есть вопрос такой, как можно наш ум превратить из врага в друга? То есть у нас ум, как бы, он может проявлять и божественные качества, и демонические качества. Вот. И то, о чем мы думаем, да, то он нам и выдает. Да, если мы думаем о негативе, то он нам и выдает потом негативные продукты, скажем так. И поэтому для того, чтобы ум стал нашим другом, мы должны занять его мыслями о Кришне, мыслями о преданном служении. Да? То есть мы не должны там, в нем культивировать там, гнев, зависть, злобу, да, вот, иллюзию и все остальные, да, негативные качества. И поэтому, чтобы он стал нашим другом, мы, во-первых, должны все время заниматься преданным служением, да, быть сконцентрированным на преданном служении, быть осознанными, да, и не позволять ему думать, да, о чем-то плохом. То есть, если мы загружаем что-то в ум, да, какой-то негатив, то потом будет негативный продукт, да, то есть он как бы будет нашим врагом. А если мы загружаем в него позитив, да, загружаем туда мысли о Кришне, о преданном служении, то, соответственно, потом будет хороший результат, да, то есть будет преданное служение, вот именно осознанное. И ум, да, это машина, которая, ну, как бы находится под контролем разума, да, и
разум мы можем укреплять, да, с помощью чтения книг, да, с помощью осознанного служения, с помощью поклонения божествам, с помощью внимательного повторения святого имени. И поэтому, чтобы наш ум, он был, ну, как бы сосредоточен на Кришне, да, мы должны его управлять, разум должен управлять умом. И тогда ум, он станет нашим другом. Я ответил? Нет? Давайте, может, самый маленький последний вопрос. Я бы на этот вопрос ответил таким образом. Если мысль, текст речи и действия вайшнава базируются на законах правды, подтвержденные цитатой из шастры, то такой вайшнав находится на пути к совершенству или уже достиг совершенства. Его ум, его мысль подчинены законам, изложенным в шастре. Да. Спасибо большое. Время уже истекло. Грандрад Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Премананде Хари. Хорошо, что замечание Прабху ки джай.